Всем привет, ребята! У нас такая жара. Мы купили вот такие шарики, которые наполняются водой. И пойдем охлаждаться на улицу. Давайте их откроем и посмотрим на них. О, смотрите, тут есть синий, красный и белый. Какой же взять? Наверное, я возьму белый. Шарики наполнили. И вот такими они большими стали. Как сквиш. Кабасяка. А в меня лопнули. Ничего. Они не лопаются. Нечестно. В собаку попадем. В собаку зачем? Получай. Так, последний. А, не попал. Получай. Почему они не лопаются? Так. Больше шариков. А, мой шарик. Ты сошли. Меня не давит. Получай. Все собачки. Вот это война. У меня последние 3 шарики. Что-то не лопается. И всем пока! Всем пока! Пока! Единственный минус, что остаются вот такие ошметки. Их очень много. Но мы за собой все убираем и не вредим природе. Так что хейтеры, не хейтите.